Малый, а ты чего так рано проснулся? Хорош, сынище. Может, наливай его немножко, а? Не-не, ребят, тут у меня не-не. Правда, сынуля? Садись, хоть перекусишь с нами. Садись, сынок. Раз не пьешь. Ты уж извини, у нас все по-простому, без разносолов. Мы же не какие-нибудь аппаратчики. Мы простые наладчики. Поди, не завтракал еще. Поди. А вчера хоть ужинал? Колбаска, вот ты ешь, ну, ешь. Давайте на посушок. Батя, больше не наливать. Ну ты че, Витатка, ну я чуть-чуть. Не полную. А не пора ли нам? Да. Давайте рассчитаемся. Да, ты, Витас, ты че, Витас? Ну, Витас, ты че? Ну, что ты меня позоришь? Ну, сколько они тут пожили? Ну, сколько они тут пожили? Ну, ты че, в самом деле? Если летом приедешь, ну, слушай, летом берем больше. Зачем? Ну, мне 37 рублей еще в колхозе должны. Ну, будут деньги, ну, будут деньги. 24 рубля за четверо суток. Ну ты чё в самом деле, Витатька, а? Ну что ж ты меня-то перед людьми? Ну, Витатька, ну ты что, ну что ж ты меня позоришь в самом деле? Ну как это? Еще рубль за электричество. Да ну ты что, ну Витатька! Рубль? Да? Вчера забыли свет потушить, он весь день жёгся, мы тоже так не договаривались. Ну что ты в натуре-то? Мы опаздываем. Иду. Вы приезжайте к нам еще, гости дорогие. Мы гостям всегда рады. Месячешка, через три. Хорошие у вас, наверное, люди. Опять командировка в ваш город будет. Радость в доме. Летом мы по 5 рублей берем. Хорошие люди. Если вы забудете адресок, то на вокзале зайдите с такси. Дай прикурить. Ну и едете прямо в Шанхай. А там спросите Костю. Костю Бухарика. Ой, ну Витасика, меня там карты знают. Шанхай это что, официально так называют? Да нет, это люди так прозвали. А официк, ой, Ленинский район. Ленин, в твоей судьбе, в каждом счастливом дне. Ленин, в тебе и во мне. Извини, мы можем? Да он застрял, иди тащи его. На цыпочки, выдохни. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, Ленин мой друг боевой. Трудовой, разговор. Все, прощаемся. Не, ребята, я вас провожу. Я их провожу, да, не надо. Куда ты такой пойдешь? Право, милиция заметет. Ты сюда на милицию не ходишь, я только там остановлю. Ну, ребята, подумайте, если милиция придет, мы их разгоним. Витальевич, я уже пришел. А ты говорил, что меня милиция заметет. Моя милиция меня это не берет. Вот, ребята. Витальевич, я еще на вокзал пойду. Может, кого еще из постояльцев найду? В связи с этим иногда различают экономические законы, действующие при социализме, общие и специфические. От экономических законов социализма специфические. Закону планомерного и пропорционального развития соответствует его пространственная модификация. Закономерность планомерного и пропорционального размещения по территории страны, что способствует движению уровня развития республик и районов. Thank you.
Я все время буду браться. Она спала вообще, она раскладушки хрипела. Ну, я ее классно вытащила, эту бабу. Ой. А где это вы огурчики взяли? В магазине купили. Честное слово. Да? В каком магазине? Так на Ромашковой же? Да. Сокол, Сокол, я Писец. Поступили агентурные сведения. У продмах на Ромашковой завезли соленые огурчики. С пупырышками. Так точно, с пупырышками. Наши или импортные? Наши или импортные? Аргентинские. Импортные, товарищ полковник. О, товарищ Сокол. Возьмите и мне пару банок. Есть! А огурчики там у них уже заканчиваются? Няпа, ты посмотри! Давай быстрее! Проходи. Когда начало? А мы гастарервы показываем, как надо ест. Выходи на кислород, пожалуйста. Мне надоест. Я уйду на кислород. Ну что, дурной? Нет, я дурой не собираюсь. А. Может, пойдем уже? Да. Ну, все одно и то же. И только ж полчаса идет, мы же деньги заплатили. Вот, здорово, правда? Угу. Только не рассмотреть как следует. А жаль. А у меня дома такие журнальчики есть. Еще лучше. Дядь, ты что, гонит? Ну, ребят, зачем так сразу? А в лоб хочешь? Сюда. Вот мы и пришли. Витаська, принимай постояльцев. Держи. Витаська. Тихо. Ступенька крутая. Сюда? Да-да, вот сюда, пожалуйста. Когда будете рассчитываться, деньги только мне в руки. Ой, Люба моя, я вот так вот посмотрю на человека, сразу все понимаю. Договоримся. Угу. Конечно, договоримся. Сюда? Ты приготовил постельку? Я уже приготовил. Да хватит орать! Да заткнись ты, молокосос! Заткнись, пошел вон щенок! Я в милицию! Мы сейчас убьем вас туда! Убирайся вон! Ах ты грязь! Ах ты грязь! Ах ты грязь!
А что это ты делаешь? Кинжал. Это что, ножик такой? Ты не ножик, а кинжал. Видишь, вот перекладинка. Ножики с перекладиной не бывают. А. Слушай, а давай покурим. Я у мамы свистнула. А отсюда все видно. Так а мама уже уехала. А где твоя мама? Уехала. В командировку? Нет. Насовсем. А. Ой. Что это? Игорь, в зоопарке. А чё он кричит? Тебя бы в клетку. Зачем меня в клетку? А у него тигрица сдохла. Сейчас ещё ничего орёт. А первое время без передышки, как сирена. А он не убежит? Это же совсем рядом. Да нет, зоопарк там, за лиман. Ну да, он же совсем рядом кричит. Это так кажется. Понимаешь, ну как тебе объяснить, здесь... Иду! Здесь лиман! Ну и получается, что вроде бы как бы звук падает. Иду, иду! И отталкивается, как камешек. Вот. Ну и поэтому кажется, будто все слышно. Ха. Ночью машина там проедет. Ее еле видно. А кажется, будто совсем рядом. Я того, в совхоз поеду. И куда же ты на ночь глядя? А там бухгалтерия с 3 до 7. А ты мне на дорожку того. Сколько? 5 рублей. Угу. Разогнался. За электричество надо за 3 месяца внести. Не плачено. И баллон газовый совсем уже дохлый. Где я на новый возьму? У Горбачева, да? Ну ладно, Витасечка. Ну дай хоть троячку. В общем так. 30 копеек туда и 30 копеек обратно. Рубель? Угу. И это самое. Купишь зеленого лука в столовой. Ты понял? Когда вернешься-то? Сегодня. Да. Класс. Почему ремонт не сделаете? Нас носить должны. Весь этот район. И что? Новую квартиру дадут? Угу. Дадут. Догонят, еще раз дадут. Как? Молча. Уже лет 30 обещают. А, ну, а хоть горячая вода у вас есть? Ну, искупаться можно? А, это можно. Смотри, труба водопроводная и газовая. Берешь спичку, подносишь. Вот так. Это я сам придумал. Учись, пока я жив. Ой, а ванны у вас нет. Чем богаты, тем и рады. Виталик! Ну что? Вода холодная. Она сейчас нагреется, надо 2 минуты подождать. Я вот огонь больше сделал. Тебе что, нянька? Молния она боится. Может, ты еще мышей боишься? И мышей боюсь. Ладно, 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 сиди. Только не вяжи. Она тебе хоть пишет? Кто? Ну, твоя мама. Пишет. Вот на Новый год открытка была. Так что же она? 9-й месяц уже не пишет. Почему 9-й?
Это еще на тот Новый год было. Тебе что, холодно? Нет. А у меня мама буфетчица на вокзале работает. Худо-бедно, а всегда рублей 40 после смены имеет. И даже на север ехать не надо. Да, буфетчица — это хорошо. Это всегда свежая копейка в доме есть. Слушай, тебе же холодно. Честное слово, мне ни капельки не холодно. Дай руку. Не надо. Ну, дай руку. Зачем? Ну, дай руку. Ну, зачем? Не надо. Ты что, всю ночь так будешь сидеть? Тебе вот дурная. Залазь под одеяло, ты же вся мокрая. Ты сама знаешь, что ты говоришь? Ни за что! Что ты делаешь? Не надо. Ну, у тебя же вся рубашка мокрая. Ну, хорошо, я сама сниму. Отвернись. Кактусы собираешь? Чего? Я спрашиваю, ты что, кактусы собираешь? Ну? Ой, кровь. Надо застирать. Да ладно тебе, потом. Школа опоздает. Ты что, твой папа придет, увидит и... Как же. Если батя вчера не вернулся, теперь его не скоро жди. 37 рублей ему надолго хватит. Слушай, а как тебя зовут? Виталик, а что теперь будет? Мы должны пожениться или как? Тихо ты! Или как? А? Я вас спрашиваю. Вы звонок слышали? Директриса опоздавших долбит. Что теперь будет? Ну чего, мы пойдем другим путем. А, ну да! Ну да, конечно, не обязательно жениться. Можно и так, неофициально. Мы же не в какой-нибудь средневековье живем. Это средневековье надо было обязательно, чтобы штамп в паспорте стоял. Ой, слушай. А у тебя это уже было с другими вот, девушками? Вот черт, да пошли же быстрее! До каких это пор будет, а? Почему это вы каждое утро опаздываете? Ты почему опоздал, скажи мне, пожалуйста? У меня было так много женщин. Слушай, ну помоги же мне слезть. Я даже счет потерял. Нет, ты не подумай, не набивай себе в жены. Нафига мне это нужно? Да тихо ты. Сачков в учительскую повели. Сейчас репрессировать будут. А женятся, между прочим, когда любят друг друга. Пошли. Виталик, а ты что, любишь меня? Не-не-не-не. Я тебя тоже нет. Как много у нас с тобой общего. Слушай, а ты вообще веришь в любовь? Фигня это любовь. Любовь. Любовь только в книжках бывает. А если я забеременела? Ну, я не знаю. Ну, тогда можно жениться. Нет, ты не подумай, не набивай себе в жены. Нафига мне это нужно? Мне мама говорила, что если что случится, боже упаси, чтобы ничего с собой не сотворила. Никаких самоубийств. Я тебя тогда отведу к знакомой врачихе, она все сделает, и даже ни капельки не больно будет. Ну, в общем, мужик, ну, в белом костюме, который на шляпу у него там, ну, я не знаю, он весь из себя, ну, я... Катит по переулку туда, сюда. Вдруг! Банда! Он назад! Этот ствол! Ой! Да у нас новенькая! Паша! Это Лена. Лена, это мой друг Паша. Очень приятно. Да. Хорошая. Это мое место.
пусть она посидит. Пока здесь, Паша. А ты вот сядь там, на третьей парте. Там же свободно. Это мое место. Давай, брысь отсюда, коза. Ну пусть она посидит здесь, Паша. В лоб хочешь? Ну, давай. Брысь. Давай, ну. Шо, Пашку обдурить хотели? Здесь свободно? Да. А что, ты будешь со мной сидеть? А что, нельзя? Ну, просто со мной никто не хочет сидеть. Почему? Потому что моя мама проститутка. Если хочешь знать, я сама проститутка. Ну да, а ты не врешь? Здравствуйте, дети. Почему шум в классе? Почему доска грязная? Кто дежурный сегодня? Папандопола, зачем ты под парту залез? Вылезь, пожалуйста, с под парты. Так, у нас, кажется, новенькая. Представьтесь, пожалуйста. Мы? Я из Раздельной. Это поселок такой городского типа. Это мы знаем. Мама приехала сюда в областную больницу на обследование. Вот. Так и нам ненадолго? Ну, может, на неделю, может, на месяц, если маме операцию будут делать. Ну, хорошо, давай договоримся. В золоте, чтобы я тебя не видела. И на крашеную школу приходить нельзя. Разбежался. Если проследить изменение свойств всех остальных элементов, то окажется, что в общем оно происходит в таком же порядке, как и в первых 16. Так? Таким образом, изменение свойств химических элементов по мере возрастания их атомной массы доказательства не совершается непрерывно в одном и том же направлении. Может быть так, что вы столкнетесь, ну скажем, с идеологическим врагом и должны будете дать ему отпор. Пишем первое. Радикальная экономическая реформа. Извините, а радикальная через О или через А пишется? А, это самое, где же это у нас? Ага, через О, ага. Пишется через О. Это все надо выучить наизусть. Я буду спрашивать. И в билетах такой вопрос будет. Пишем второе. Перестроечные процессы в партии. Третье. Укрепление. Успеваете писать? Укрепление суверенитета. Суверенитета. Союзных республик. Есть. Четвертое. Первые подлинно демократические выборы. Высший законодательный. Зарембо, я к тебе обращаюсь. О чем ты там размечтался? Ребята, это последний урок? Да. Да, ну хорошо. Я тогда вас задержу на несколько минут. У нас тут еще несколько фраз осталось. Мы не можем, у нас практика. Какая практика? Какая практика? Что вы думаете? Практику. Опа. Виталик! Ну чё? Иди сюда на минутку! Иду! Мазила! О! А что ты на меня так смотришь? Слышь ты, а что такое? А что ты на меня так смотришь?
А ты что, ревнуешь? А что ты на меня наговариваешь? С Викой затеяла. А чего она? Где больше двух, там говорят вслух, а так невежливо. Ты должен был сказать своей Викочке, что вы не одни, нечего секретничать. Ничего мне делать, какую-то Вику дурно воспитывать. А что у тебя с ней было? Ничего у меня с ней не было. А чего эта Викочка там вот посматривала на меня и вот так вот ухмылялась все время? Так что из-за этого драться надо? Она меня перед людьми позорит. А как хочу, так и поступаю. А интеллигентные пацанки так не поступают. А, значит, я не интеллигентная, да? А ты, тебя даже мама бросила. А ты нашу семью не трогай. А взралась не ваша семья. Федоренко, чтобы я от тебя таких слов больше не слышал. Ах, ты уже командовать начал, какие слова мне говорить, какие нет, да? А твоя мама воровка. А ребята, он меня изнасиловал. Вот пойду и заявлю на тебя, ага. Узнаешь, ты же сама ночью пришла. Сама в постельку легла, да? Может, ты сейчас скажешь, что я вторая буква алфавита? Какая? Вторая. А, ну я тебе сейчас скажу, какая. Ну, и кто? Говори, ты? Кто? Ну кто? Знаешь? Кто? Кто ты? Такая, я тебе сейчас скажу. Ну давай, ну придумал ты. Кто ты такая? Ты жирная рыжая корова. А вот так! Ну, а ну покажи. Не проходит. Надо еще держать. О, привет. Ну что, принес? Как договорились. Получай товар. Облава. Меня выследили. Господи. Господи, так куда же бежать? Где вы? Как это где? Выследили меня. Господи. Это Сереге таксисту вороны бензин привезли. Правда? Да правда, правда. Это кто? Это, мы так не договаривались. Петрович, нет. Это квартирантка. Да нет. Да не, девочку на квартиру снимает. Не буду. Да никакой она не свидетель, это квартирантка. Я уйду. Ты понимаешь или нет? Вот так вот. Правда? Ну? Ну, давай, петуха. А что ты мне дал? Тут же это не хватает. Петрович, я тебе трешку должен. А вот каждый раз у тебя так получается. Вот, ты мне скажи потом, в следующий раз напомни трешку. Ладно. Тихо молчи. А он что, шпион? Этот нет. Он на мясокомбинате работает, мясо нам привозит. А-а-а.
теперь буду расплачиваться за нее всю жизнь. Я уйду в монастырь. Да-да, не смейся! Я и не думал смеяться. А вот и не смейся. Я не думал. А вот и не смейся. Я теперь иду в монастырь. И буду всю жизнь замаливать этот грех. А между нами все кончено. Между нами этого никогда больше не будет. И заруби это на своем курносом носу. Никогда! Тебе было приятно? Приятно? Я вообще ничего не чувствовала. Да. Наверное, ты ненормальная. Да? Ненормальная? Не первый раз было очень больно, а сейчас не больно. Ну, ничего приятного, я не знаю. Ну, ты бы хоть поцеловал меня. Ну, чего ты смеешься-то? А ты музыку любишь? Какую музыку? Ну, вот классику или современную. Классику. А что именно? Хор имени Пятницкого. Ну, я серьезно. Ты что, обиделся? Может, я что-нибудь не так делаю? Боже, как все бабы поговорить не любят. Ну, ты же опытный. Ты же старше мне на целых 2 месяца. Ты должен был бы меня научить. Угу. А это я, наверное, просто вспотел. Мясо! Ох, и наелся же я сегодня. Что будем делать сегодня? Уроки учить. Давай пойдем в кино. С таким фингалом. А ты надень черные очки. А у меня нет черных очков. Ну, так я тебе свои дам. Хорошо, я должен сдать бутылки. Да потом сдашь. Нет, я должен сегодня. У тебя денег нет. Ну, так у меня есть, мне мама много оставила. Ну, знаешь. Ну, ты что, ребенок, ты что, маленький? Да, туфли у тебя классные. А чем они не нравятся, интересно? Ну, Зарамба, ну это же просто неприлично. Ну, знаешь, у меня других нету. Это тебе мамочка купит то, что ты захочешь, а мне некому. Виталик, здесь тебя прилично. Виталик, дай мне руку. Ну, не будь вреден, я же на каблуках. А зачем ты их одела? Зачем? Тебя не спросила. Не умеешь ходить на высоких каблуках? Умею. А нет? Нет, умею. Не что это я не умею ходить? Нет, не умеешь. Да умею я ходить на высоких каблуках. Не умеешь. Умею на каблуках. Нет. Да ну ты посмотри на него, умею. Нет, не умеешь. Ну хорошо. Нет. А ты бы мог этого не заметить. И это не твои туфли. А чьи же ты, интересно? Твоей мамы. Чего ты взял? Они тебе большие. Ой, не выдумывай. Мои туфли. Дай руку. На. Ему стыдно со мной под руку идти, а? А тебе не стыдно рядом со мной идти? Ну, что ты глупости говоришь? Ребята, Янка, тебя вон она идет. Давай, вроде я прикурю, давай. Давай, сигарету, вот так. Так, давай, огонь. Все, тихо. Ты меня не знаешь. Прикуриваем. Вон она.
Вот это бабка, это не бабка, это Энкэбе. Вы меня не знаете, не знаете, никто никого не знает, я еще не родился. Я поехал везде за каждым кустом, а Энкэбе, а меня нет. Какие глупости? Ну вот это, стыдно, не стыдно рядом идти. Ну почему глупости? А я поехал. Посмотри, как ты одета и как я нищий. Зачем я тебе такой нужен? У меня даже денег на кино нет. Виталик, ты что, сдурел? Виталик, ты что, плачешь? Виталичек, ну ответь мне. Ну я же не виновата, что я родилась в богатой семье, а ты в бедной. Делать мне нечего. Чего встал? Зачем мы сюда пришли? Да, действительно. Пошли. А что это там? Это у него дочь заболела. У нее расстройство желудка. Как мучается бедняжка. Копаються, копають комуняки паршиві. Земельку відібрали, чоловіка забрали. Ну дай руку. Ну зачем? Дай руку, я тебе говорю. Ты что, я не смогу. Сможешь? Да я не допрыгну. Допрыгнешь. Знаешь, ты сейчас такой красивый. Кричите, что даже я слышу. Нечего чужие разговоры подслушивать. Не кричите, я не глухой. Ну иди в баню. Что? А говорил, что не глухой. Глухой. Тетерушка ты наш, одуванчик божий. Я ничего не слышу. Да и слышать ничего не хочу я. Все, надоело мне вот эти вот разговоры. Сколько можно тянуть? Зараза, если еще раз мою туфлю оденешь, прибью. Ой, как страшно. Ну ладно, что врачи говорят? Ничего, я только анализы сдала. Если будут плохие, на операцию положат. А ну перестань ломать больницу. Ты что, глухой, слышишь меня? Все здание трясется. Он что, совсем идиот у тебя? И выключи свою дурацкую музыку. Ну совсем ничего не слышно. Совсем ничего не слышно. Я пошла, Мулечка. Выздоравливай, скорее. Я тебя люблю. Я что-то хотела тебе сказать. Лена! Я тебя тоже люблю! Я тебя люблю, доченька!
А это что, церковь? Нет, это собор. А что это такое? А это церковь такая, живешь в самом колхозе, нифига не знаешь. Подумаешь. Знаешь, а мне подружка в церкви венчалась. Такой класс, представляешь, она вся платье, такое белое-белое. Кружева, роза, а вот так вот выточки. Настоящая или искусственная? Искусственная. И вот так приталено, выточки, а потом кружева, такие белые-белые. И вот так вот, а понизу, знаешь, там... Выточки спереди или сзади? Сзади. Сзади выточки. Слушай, ведь мы согрешили с тобой. Слушай, мы согрешили или нет? Ну... Нет, ну скажи, мы согрешили или не согрешили? Или это не считается, что мы согрешили? Да что ты пристала? Я тебя по-хорошему спрашиваю. Мы согрешили или нет? Не увиливай. Ну откуда я знаю? Тебе что, трудно ответить? Ты посмотри на него! Согрешили мы или не согрешили? Не подходи ко мне! Я буду защищаться! А ну! А ну, говори нет, сейчас же! Только попробуй! Только правду, мы согрешили или не согрешили, козёл! Это просто винтовка плохо пристрелила. Ну, плохому танцору. Федоренко. Уши мешают, уши. А попробуй ты. Критиковать все умеют. Женщине важнее другое. Что именно? Глазками стрелять, вот. А ты умеешь? Конечно, что за вопрос? А покажи. Ребят. Надо учиться стрелять хорошо. Это вам очень может пригодиться. Какие у вас хорошие русские лица. Сейчас уже редко встретишь простые, хорошие русские лица. Одни жидовские морды. До свидания. Ребят, вы пострелять пришли. Проходите, проходите. Вот. Пожалуйста, вот сдача. Вот ваши билеты. Ну идем. Идем. Или нет? Ну? Ну что, у тебя же какие-то секреты от меня, да? Mm-mm. Ты посмотри на него! Ну? Слушай, может, давай в кино пойдем? Не увиливай! Так я тебя по-хорошему спрашиваю! Это моя мама.
Надолго? Ужасов перекур. Что-что? Ужасов перекур, я сказала. Извините, а где здесь это вот? Топленица, что ли? Да, а вон она. Что вам, детки? Нет, ничего. Извините, я обознался. А он их бац слева, бац справа, еще лежат. Она какая клевая девчонка. Я забыла, как ее звали-то. Эй, сейчас, Джо, Джо. Ну, а ты заметила, она каждый раз, ну, в каждой новой сцене, это что ли, в новом платье. Ну, ни одно платье не повторялось. У вас, мужики, по три раза на день рубашки меняют. Я специально следила. Ребята, купите лестницу. Где-то лестницу спер. Ой, хорошо бы в Америку уехать. Хорошо бы евреями родиться. Почему? Как почему? Если бы мы родились евреями, тогда бы мы могли уехать из этой страны. А, да. А мы скоро поедем. Сгорел предохранитель. Ламбада. Слушай, а как назывался этот фильм? Какой? То, что мы смотрели? Бага. Забыл. Девчонки, тихо. Вон та тёлка мне строит глазки. Да ну! О, здравствуйте, красавица! Как поживаете? Зачем фильмам дают название? Зачем? Ну, можно без названия, по номерам. Вот ты смотрел фильм номер 427? Нет, давай лучше пойдем на фильм номер такой. Знаешь, Зарым, по-моему, ты дурак. Почему я дурак? Почему? Откуда я знаю, почему? А может, родился такой? Откуда я знаю? Сама ты дура. А куда ты? Нам еще рано. Куда? Куда хочу, туда я пойду. И с кем хочу, с тем и пойду. Куда ты пойдешь? Не твое дело, коротышка! Ну куда ты пойдешь в такое время? Тебя не спросила! И не кричи на меня! Нет, кричишь! Не смей на меня кричать! Да ты на себя посмотри! Ну кто ты такой? Ну посмотри! Ты не мужчина! Ты ничтожество! Ты из тех, кого за бутылкой посылаешь! Шестерка! Мальчик! Шестерка! Пойдем со мной! А? Ну иди отсюда, нужна ты мне очень. Шестерка. Слушай, потеряй свою кобылу. Пойдем. Дайте же руку, вы что тут оборзели? Что, карты играть не умеешь? Да. Пойди. Не умею. Ну теперь подкидывай. Как? Ну вот же у тебя трифовая девятка есть. Ну? Теперь я буду отбиваться. Ага, понял. Ну давай, еще подбрасывай. Чего ты ждешь? Так у меня нет больше девяток. Господи, какой же ты бестолковый. Ну вот же я отбивалась дамой. Вот у тебя тоже дамы есть.
Угу, понял. Мне главное объяснить. Я понятливый. О, теперь мне отбиваться нечем, и я все это принимаю. Постой, постой. А куда ты это все забираешь? Ох, 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 какой же вы молодой человек тупой. Так, сделай-ка мне быстренько горячую воду. Ну, ладно. Ты купайся, а я пойду. А ты что, не будешь купаться? Я позавчера купался. Ты что, грязнуля? Ну, да. Слушай, я после тебя искупаюсь. Ты что, стесняешься? Угу. Ты что, маленький? Ты что, ребенок? Между прочим, мы с тобой одного роста. Одна малявка размечталась. Я же сейчас без каблуков. Иди ко мне. Не хочу. Ну, охамил. Ну, ты нахал. Не хочу. Осторожно, не опрокинь. Булочки еще теплые. В булочную ходил. Ну? Бутылки сдал. Ну? Слушай, так я дам тебе денег. Не надо. Ну, в конце концов, я же все равно тебе за квартиру должна. Ну, как я возьму с тебя деньги? А что, с любовницы ты денег не берешь? Ладно, ты кушай, я пойду делом займусь.
Слушай, у тебя мечта есть? Ну, есть. А что? Какая, расскажи. Ты будешь смеяться. Нет у тебя мечты. Есть. Тогда расскажи. Ну, знаешь, вот как обычно. Ну, ложишься спать, вот. Ни о чем таком не думаешь, ничего не подозреваешь. А утром открываешь глаза. А ты в Шанхае? В каком Шанхае? А это разве Шанхай? Шанхай или Багдад, какая разница? А у тебя есть мечта? Я читала в одной книжке, вот, что если ты леди, то тебе подают по утрам кофе в постель. Ну вот видишь, у тебя все-таки сбылось. А кофе класс? Бразильский? Да. Одни наши постояльцы выбросили банку, а я не поленился, полез в мусорное ведро, а там, ну, совсем немного осталось на дне. Ты больше не хочешь? Слушай, ты пойди погуляй, а я пока оденусь. А ты что, стесняешься? Ты что, маленькая? Так, ну ладно, ты много говоришь. Ну дуй давай! Какие? Виталик, я не люблю, когда Какие смотрят, когда я крашусь. Какие у тебя красивые волосы? Виталик, ну я же сказала, ну я не люблю, когда смотрят, когда я крашусь. Ну, отпусти меня, ну что ты волосы. Делаешь? Ой, Виталик, что ты делаешь? Отпусти, куда ты меня ведешь, Виталик? Ну отпусти, ну прекрати, ну что ты творишь? Вот, прекрасно, молодец, еще раз. Ты так на человека будешь похожа. Да? И мазюкаться ты больше не будешь. Не, я сказал. А если вот так вот возьму и намазюкаюсь? А в лоб хочешь? Ой, не надо. И вот, и курить ты больше тоже не будешь. Никогда. То есть, а почему? Потому что я так хочу. В школу пора. Ой, иди сюда, иди. Ой, мама!
А где здесь маленькая собачка? Сиди. Прошу всех занять свои места согласно купленным билетам. Пусть она здесь посидит, Паша. Ну ты даешь. А в лоб хочешь? Ты что, поехал? Ты что? Ты что? Ну что столпились? Поножовщины не видит. Виталик, ты же мог его убить. Ой, какая прелесть. Так бы сразу и сказал. Это еще друг называется. Да мне что, не все равно, где сидеть? Здравствуйте, ребята. Почему доска грязная? Кто сегодня дежурный? Сидоров, я расскажу директору, что ты казенишь уроки. А я и не казенлю. Меня учительница из класса выгнала. Казенишь, казенишь. Ну и сука же ты, Лукьянова. Имели в 1970 году соотношение между собой 4 к 1. Титаренко, кабинет директора срочно вызывает к телефону. Не волнуйся, это из больницы звонят. Насчет твоей мамы. Не помнишь, и что вы там увидели? Марья Алексеевна, тараканы. Друзья мои. Друзья мои, не отвлекайтесь. Продолжаем. У них тут целый кодляк. Тихо! Тихо, я прошу тишины. Успокойтесь! Успокойтесь! Я не Не надо. Ну возьми, на что же ты будешь жить? Ну с Богом. Пошли сядем на дорожку. Давайте, быстрее, быстрее. Ну, Дотя, с мальчиком рассчиталась? На, пересчитай. Я вам верю. Ты себя пересчитай, деньги счет любят. Ой, Дотя, что ты мне не нравишься. Что ты такая бледненькая? Мам, я за тебя волновалась. О, Дотя, ты моя единственная, красавица ты моя. Ай, ну мам. Она хорошо кушала? Текот, ну, мам. Да? Все правильно. Естественно, мог не пересчитывать. Мам, ты похудела, а? А почему ты не накрашена? Что случилось? Мам, ну ничего не случилось. Ну хватит болтать, поехали. Ну, поехали. Поехали. Не накрасилась, не накрасилась. Не накрашена, ну, что да, такая пристала? Какая тебе разница? Чего ты не красишься? Сама зараза такая. Почему ты не красишься, я тебя спрашиваю? Какое твое дело? Ну, не накрашена, и все. Чего ты не накрашена, а? Вот ты. Зараза. Чего она накрашенная? Я не знаю. Как тебя зовут, я забыла? Виталий. Виталий, солнышко, нам далеко до вокзала? Не очень. В общем, вам нужно сесть на автобус, на 4-й. На 4-й, вот там остановка. И проехать 5 или 6 остановок, а... Ну, а потом на трамвай пересесть и, в общем, через там... А может, ты нас проводишь, а? Ну, я пошел. Покедова. Вы последняя. Да. Знаешь, а я ведь тебе соврал. Ну, что у меня уже это было? Ты ведь у меня первая. Думаешь, я не догадалась? А можно я задам тебе один вопрос? А какой? А вот твоему отцу тоже не нравилось, что твоя мама красится? У них из-за этого целая война была. А откуда ты знаешь? А я похожа на твою маму? Да все вы бабы одинаковые. Понятно.
Я пошел. Ладно, вали. Чего? Ты что, плохо слышишь? Вали, говорю. Извините, можно? Вали отсюда. Я только спросить. Тотя, давай быстрее. Мороженого у вас? Нет. На концу дня обещали подвезти. А, можно я подожду? Подожди, мне-то что? Угу. Только курить здесь не надо. Дайте, я забыла, как звали этого мальчика? Ну, там ты жила. Виталик, кажется. Здесь ничего такого не было. Чего такого? Мама, ты что? За кого ты меня принимаешь? Что, шлюха какая-то? Что ты вылупился? А ну, иди отсюда! Иди отсюда! Тотя, скажи мне честно, он тебе нравится? Кто? Этот пень? Этот кактус с ушами? Да нафиг он мне нужен? Что? Вы последний номер читали? Ужас, читать невозможно. Да, нехорошо. Такая смешная, недокрашенная. Мам, ну что я тебе, экспонат какой-то? Поцелуй. Ваш билет. Спасибо. Ваши билетики. Готовьте билеты. Готовьте билеты заранее. Ну что, я должна вас полчаса ждать? Ваш билет. Ну, пока. Ну, пока. Хо-хо-хо-хо, испужался. Давай, гуляй, гуляй. Ты прячешься от матери, только не видела, а ты. Чего ты пристал? Оставь меня. А я и не боюсь, собачка хорошая, умная. Ты смотри, разговариваешь. Так и разговариваешь, что я кукла какая-то. Зараза, что ты кусаешься, Люба моя. Минералка есть? Есть. Может, ты поспишь немножко? Угу. Внимание! Автобус отправляется по 63-му маршруту в раздельную. Стой! Куда ж ты? Подожди, ну билет же, вот видишь же. Ох ты, господи, видишь, что бегу, так никакого внимания, понимаешь? Инвалид не нужен, все уже, никакого внимания. Отвоевали не нужны, все, ветераны не нужны уже, давно, да, я вижу. Мое место. Спасибо.